Всем привет! Сегодня хочу немножко рассказать о быстрых ритмах. Вообще, быстрые ритмы задаются либо рукой, либо дыханием. Но если задействовать и то, и другое в быстром темпе, то можно очень интересно улететь. Попробуем сейчас этот эксперимент. Начну потихонечку ускоряться. Очень интересно, всем советую попробовать или научиться. От этой техники игры на варгане мозг насыщается кислородом, и ты испытываешь приятные головокружительные состояния. Поэтому я хочу поделиться с тобой этими состояниями. На моем аккаунте много очень классных техник и советов по игре, а также я изготавливаю варганы. Поэтому переходи на мой аккаунт, подписывайся, пиши в личку, буду рад общению.